хорошая игра получилась, быстрая, азартная, силовая. Понравился хоккей, я могу сказать по свою команду, хоккей понравился. Немножко, конечно, не получилось у нас игра в неравных составах. Пропустили 3 на 5, 4 на 5 свои моменты. Не забили, катали ее по ленточке, но в целом хорошая игра. Спасибо. Олег Валерьевич? Думаю, в принципе, добавить нечего. Мы нас забили 2 гола в большинстве. В конце засушили. Артем Мельников, Радиоспорт. Олег Валерьевич, команда соперника, игроки соперника говорили о том, что не очень хороший лед на малоспортивной арене. Вот вы согласны с ней? Хотелось бы ваше мнение узнать. Говорят, что кур дает. То есть, ну, я так понимаю, что не согласны. Почему-то другим нормальный лед, а команде соперника вот этот раз что-то очень плохое. Ладно бы я там думал, что-то там из клубов. Вы меня поняли, короче. Да, спасибо. Вопросов больше нет? Спасибо.